половины третьего утра до 12 дня Роман на ногах. На ногах и вот такой вот ступеньки. Так, у кого-то Новый год закончился. А, прям туда, да? А это что сегодня выбрасываете? Какой мусор? Это смешанные отходы. Закона о сортировке мусора в Праге нет, но чехи очень принципиальны в этом вопросе. Чехи любят чистоту, любят свой город. Все сортируют мусор, не задумываясь. Жители выбрасывают отходы в 4 контейнера. Для пластика, стекла, бумаги и смешанных отходов. Чехи в этом плане очень дисциплинированы и уважают наш труд. Каждый день машина Романа забирает контейнер с определенным мусором. Штраф за выброшенную на улице бумажку или окурок чеху не выпишут. А вот за выгул собаки в неположенном месте придется заплатить 1000 крон. Едем дальше. Так, а это вы не выбросили? Точно, а, видите, забыл. Видите, я вам все помогаю. А, я, да? Да. Ну, конечно, давайте. Я, конечно, скучаю, но очень... Поднимаем. Вот так, легко. Куда нажать, что? Вот это красота! Опускай. А, все, да. Правильно. Вы сейчас думаете, наверное, боже мой, какая ужасная, грязная и неприятно пахнущая профессия. Ничего подобного. Запаха нет вообще. Романтика, ездишь, свежий воздух, солнце светит с ветерком, а вы платите огромные деньги за американские горки. Крысы есть тут? Конечно. Давайте подальше отойдем. Я не люблю вот крыс, хочу вам сказать. Нет, здесь нет. Есть только в старых районах. А, здесь я тогда вам ближе, давайте. Давай. А ты сколько лет уже работаешь? 26 лет. Средняя зарплата в Праге составляет 33 тысячи крон. 30% из которой отчисляют на социальную страховку, а 15% идут на подоходный налог. За вычетом всех налогов Роман зарабатывает 20 тысяч крон в месяц. Тебе хватает вот этих денег на жизнь, которые ты зарабатываешь? Да, чехи очень экономны. Мне хватает на жизнь. А еще я откладываю на новую машину и хочу свозить семью в отпуск. А где ты отдыхаешь? Обычно Турция или Болгария, но в этом году мы летим в Дубай. Так, подожди. Мой оператор, смотрю, уже стоит, уже так пошатывается, хочет бросить камеру. Говорит, интересная работа. Вот так мусорщик в Праге летает с семьей в Дубай. Недельный отдых обходится Роману в 60 тысяч крон. Так и не скажешь, что деньги на помойке не валяются. А пиво любишь? Нет, совсем. В смысле? Не нравится. В Праге все пьют пиво? Горькое. Ой, ты знаешь, вот, честно сказать, я не люблю. Ну, просто в Праге как-то все пьют, и я как-то так думаю, ой, как вкусно. Слушай, ну ты какой-то уникальный мусорщик. Не пьешь, в Дубай ездишь отдыхать, улыбаешься, красивый, тебе больничные оплачивают, чистый, понимаешь? Прекрасный аромат везде на свежем воздухе. Слушайте, ребята, вот это... Новое открытие в моей жизни. Я счастливый человек. Если была возможность что-то поменять, ты бы поменял? Ни за что. Не хочу на пенсию. Работал бы и работал. Мой новый друг, еще один счастливый человек. Я буду по миру собирать счастливых людей. Обычный мусорщик – это супергерой для школьников. Они обожают мусоровозы и мечтают быть такими, как Роман. Раньше у нас даже был аттракцион «Стань мусорщиком на день». Любой человек мог поработать с нами и покататься на мусоровозе. Ну, школьники растут, и в мечтах у них уже